рекорд, который долго не будет побит. Мы оставляем на его матрасе автографы. Но у нас есть свой рекордсмен. Почти час на вершине Эвереста. Волшебные 50 минут. Вряд ли можно передать, что мы испытываем. Одно безусловно. Нам есть чем гордиться. А теперь вниз. Неписанный закон альпинизма. Пока ты на маршруте, нельзя праздновать победу. Это не глупая примета. По статистике, ЧП при спуске случаются чаще. Главное – закончить спуск там, где начинали подъем.